Иди вот так вот, да? А, не, подожди, мне не сюда надо. Это барьер. Это то, что удерживает нас всех в ловушке под землей. Если у тебя случайно остались сейчас самое время продолжить вернуться. Ясно. Чем бы ты ни хотел заняться, это наверняка стоит того. Даже если это такая мелочь, как синяя книга или прогулка. Пожалуйста, не торопись. Так. Так, как теперь добраться до Альфис? Так, надо до лифта хотя бы. Так, а где лаборатория Альфис, ребята? Это же на первом левеле, да? Ну где-то вообще прям вот, чтобы я помнил, как о. Чтобы я помнил, это надо и выйти из этой срани. Надо выйти из этой срани, потом зайти направо, там, где два стражника стояли. Так, это что за срань? Звонок. Эй, Эм, это Андайн. Заткнись, папирус. Это была твоя идея. Человек, ты должен кое-что доставить мне. Эм, пожалуйста, пожалуйста. Я в Снежнеграде, возле папируса. Увидимся, сопляк. Так, ну мне сначала Кальфис надо. Чтоб я помнил, как этот Снежниград. Так. Валим отсюда. Во! О, это Альфис, по-моему, да? Чё за фигня? Эй, эй, помнишь мое имя? Помнишь, да, конечно. Чего? Ты запомнил? Так. Так, ладно, хрен с ним. Тут мороженщик, тут паромщик? Или чё? Эта штука вообще отключена. Ох, когда ты поддерживаешь меня, мне так приятно. Что это такие вообще? Да нет, в смысле, этот маленький огонек не Альфис, я вот про путь к Альфис. Папирусу надо вообще на каное в Снежниград. Полгода бежать. Лев какой-то подозрительный. Паучья тетка. К папирусу в лифте левый или нижний этаж. Чего? В смысле, я неправильно иду? На свидание с папирусом, да, мы были. Мага, ты чертила. Так. Сейчас-то я хоть правильно иду? Иди к лифту, окей, я понял. Вот собака неприятная. Теперь мне... Фак. Теперь мне еще и отсюда убегать. Почему вместо лифта пошел пешком? Нет, неправильно. Я честно скажу, вообще не помню, где здесь, что здесь. Как лифт выбрать первый этаж, я вообще их фиг знает. Я помню, что мне надо к паромщику.
Так он мне не дает выбора на лифте. Никогда правильно не идешь. Он мне не дает никакого выбора. Он вообще издевается надо мной, машина. Пожалуйста, выберите это. О! Так, здесь паромщик. Паромщик. Тра-ла-ла. Хочешь прокатиться? Поплыть на лодке? Да. Дома сегодня Снежниград. Тогда мы отчаливаем. Есть выбор на некоторых. Ты когда-нибудь слышал старую песню, идущую с моря? Сколько времени занимает прохождение? Ну, мы играем где-то 10-й час. Даже сейчас я когда-нибудь тролла. Так, по-моему, здесь, да, справа Санс. Здесь волк с какими-то льдыхами, которые он скидывает в воду. Справа Санс. О, Андайн. Так, у меня есть тебе просьба. Мне нужно, чтобы ты доставил это письмо. Доктор Альфис. А? Почему я не сделал это сама? Это типа личное, но мы друзья, так что... Я расскажу тебе. Жаркоземья, отстой, у меня нет желания тащиться туда. Так что пойдешь ты. Вы получили письмо, Андайн. О, и если ты прочтешь его... Сейчас старый. Я убью тебя. Большое спасибо, ты лучший. Андайн пишет кучу писем. Но она никак не может подобрать нужные слова. И как только она собирается отправить письмо, она всегда возвращается назад и переписывает. Поэтому она попросила тебя, потому что у тебя нет стандартов. Суки. Вот вы кони. Игра проходит за 3-6 часов. Так, тра-ла-ла. Куда хотим поплыть на лодке, куда мы сегодня? Жаркоземья. Попробую удалить письмо. Прочти письмо. Не зачем мне, я так доставлю. Тра-ла-ла, ты когда-нибудь слышал старую песню, идущую с моря? Возвращайся когда-нибудь. Тра-ла-ла. Так, по-моему... Блин, я вот... О, да, это Альфис. Лол, хорош, халява. У двери нет места на подпочту. Просунуть письмо по зверь. Просунуть нет. Будешь искать теплым немного подольше. У двери нет места под почту. Просунуть письмо по дверь. Подожди, давайте Альфис позвоним. Телефон. Альфис же со мной смсила вовсю. Ну ладно, просунем. Вы просунули дверь под... О, нет, это что, еще одно письмо? Я не хочу открывать его. Не могу ли я просто просунуть его обратно? Нет, я не могу продолжать так поступать. Я прочту его. Оно что-то вроде сильно запечатано, да? Погоди секунду. Что она делает? О, Альфис. Эй, если это какая-то шутка, то... О мой бог! Это ты написал это письмо? Оно не подписано, так что я не имею понятия, кто бы мог... О боже, о нет, это мило, и я даже не думала, что ты пишешь так, и это удивительно, после всего того, что я натворила, я действительно не заслуживаю прощения, тем более такого, а еще с такой страстью.
А знаешь что? Ладно, сделаю это. Это меньшее, что я могу сделать для тебя. Да, давай пойдем на свидание. Ну, отлично. Свидание начато. Да, отлично. А, извини, я все еще одеваюсь. Как я выгляжу? Мой друг помог подобрать мне это платье. Она знает в этом толк. Ладно, давай сделаем это. Свидание начинается. Эй, погоди! На самом деле мы все еще не можем начать свидание. Свидание останавливается? Сперва я должна дать тебе что-нибудь, чтобы повысить статистику твоей любви. Это увеличит вероятность благополучного исхода нашего свидания. Она что, со мной в дейтим играет, что ли? Или что за дубо? Господи, ну и... Самая ужасная часть игры. Верно? В любом случае, не беспокойся. Я подготовилась. Я подготовила подарки в надежде на такое свидание. Первое у меня есть. Полироль для металлической брони. Возможно, ты не сможешь использовать это. Но! Я еще принесла водонепроницаемый крем для твоей чешуи. Твои, чешуи? Тогда как насчет этого ремонтного набора для магического копья, что я... Давай забудем об этих вещах. Давай просто начнем свидание. Да, давай, начнем свидание. Свидание с бодипозитивщицей, да, ребят? Ну что, бодипозитивщица, рисуешь, небось, в Агуське, да, и выкладываешь в Инстаграм, чтобы показать, какая ты независимая и какая уникальная. О, у меня есть чокопай, кстати. Ну чё? Тебе нравится аниме? Нет. Что? Не ожидала, что пойдет именно так, да? Угу. Пойду чайку плесну, это полная обосрана. Ну ведь это пацифист, зачем так жестко? Сэнпай Хапа. Сэнпай Хапа не любит аниме. Ладно, поехали. О! Эй, пошли сходим куда-нибудь. Ну где здесь хорошее место для свиданий? Я знаю. Пойдем на мусорную свалку. Топ-топ-топ-топ. Вот мы и здесь. Мы с Андаем все время сюда ходим. Мы нашли здесь много классных вещей. Она правда... О, нет! Это же она! Я не могу позволить увидеть меня на свидании с тобой. Почему? Потому что... Ну... О, нет, она идет сюда! Эй, вот ты где! Я осознала, что если ты достаешь эту вещь, это может быть плохой идеей. Так что я сама собираюсь сделать это. Отдай его мне. А? У тебя его нет?
А! По крайней мере, ты видел ее? Интересно, если я скажу «да» и скажу, что она за ведром, это... Я не знаю, я думаю, что не надо. Я не знаю. Сдай ее. Это жестоко. Ага. Ладно, видел. Да? Значит, она где-то здесь. Спасибо. Я продолжу искать. О боже! Ну я думаю, это очевидно, да? Я, она и вправду мне нравится. Я имею в виду больше, чем мне нравятся остальные. Прости меня. Я просто решил, что было бы весело пойти на такое милое, как бы, притворное свидание с тобой, чтобы ты бы почувствовал себя лучше. Ну, это звучит даже хуже, если это так преподнести. Прости, я снова облажалась. Да, та, с кем я... Я правда хочу пойти на свидание. Но я думаю, она не из моей лиги. Не из лиги бодипозитивщиц? Или бронзовой лиги? Или лиги чипсов. Не то чтобы ты не крут, но Андайн, она такая уверенная в себе, и сильная, и веселая, а я просто никто. Лгунья! Я королевская ученая, но все, что я делала, только вредило людям. И я говорила ей так много лжи, наверное, она думает, что я... Она думает, что я намного круче, чем на самом деле. Если мы сблизимся, то она узнает правду обо мне. Что мне нужно сделать? Сказать ей правду, продолжать лгать. Правду? Если я скажу ей правду, она возненавидит меня. Разве не лучше этот вариант? Жить во лжи, где оба счастливы. А не в правде, где не счастлив никто. Они говорят, будь собой. Но я правда не хочу быть мной. Я лучше буду делать то, что... Что заставляет людей любить меня. Нет, ты прав. Каждый день я боюсь. Боюсь, что может произойти, если люди узнают правду самостоятельно. Они все огорчаются из-за меня. Но как мне сказать Андайн правду? Я не уверен. Я все испорчу. Как я смогу подобрать нужные слова? Давай обыграем это. Очевидно. Давай обыграем это. Очевидно, давай обыграем это. Ты всех толстых теперь называешь бодипозитивчиками. А ты что, бодипозитивчик? И тебя это оскорбляет твои бодипозитивческие чувства? Очевидно, давай обыграем это. О, обыграть? Это звучит довольно-таки весело. Окей, кто из нас будет Андайн? Я буду Андайн. О, да, очевидно. Привет, Андайн, как твои сегодня дела? Привет, милашка. Спасибо. Ты говоришь со мной так много, а я никогда не знаю, что сказать. Но я знаю, ты просто считаешь это интересом, потому что мы лишь друзья. Хе-хе-хе-хе. Ну я хочу сказать тебе кое о чем.
Тогда нацелую тебя. Я думаю, что это слишком опасно. Что же это, Альфис? Видишь ли, я не была полностью честна с тобой. Видишь, я... О, забудь! Андайн! Я хочу рассказать тебе о своих чувствах. Ты такая храбрая, и сильная, и добрая. Ты всегда слушаешь, когда я говорю гиковских вещах. Ты всегда делаешь так, чтобы я почувствовала себя особенной. Любишь говорить мне, что ты снесешь любую преграду на моем пути. Андайн! Я не могу сдерживать это еще дольше. Я по уши влюблена в тебя. Обними меня, Андайн, обними меня. Что ты сейчас сказала? Андайн, я была просто... Подожди секунду. Твой наряд очень милый, по какому поводу? Погоди-ка секунду. Вы двое? На свидании? Да! То есть... нет! Я думаю, мы были... Но я имею в виду, на самом деле, мы только отыгрывали романтическую встречу с тобой. Что? Я имею в виду... Андайн, я врала тебе. Что? О чем? Обо всем. Я говорила тебе, что тебя водоросли представляли. На самом деле, я просто использовала их, чтобы сделать мороженое. Я те книги по человеческой истории, я просто глупые комиксы, эти фильмы по истории, они просто аниме. Они неправдивые. И все те разы, когда я говорила тебе по телефону, что я работаю, я просто ела замороженный йогурт, сидя в своей пижаме. Все это время я... Альфис. Я лишь хотела произвести на тебя впечатление. Я лишь хотела, чтобы ты думала, что я умная и клевая. Что я не какая-то глупая неудачница. Альфис. Андайн, я правда думаю, что ты крутая, окей? Альфис. Поняла. Что? Что за... Что за фигня? Альфис, я тоже думаю, что ты крутая, правда? Но ты должна понять, большинство из того, что ты сказала, правда не имеет значения для меня. Мне все равно, смотришь ли ты детские мультики или читаешь исторические книги. Для меня все это гиковский хлам. Что я и люблю в тебе, так это твою увлеченность. Ты аналитична. Все равно, что бы это ни было, ты погружаешься в это. На 100% со всей силой. Так что тебе нет необходимости лгать мне. Я не хочу, чтобы ты врала кому-нибудь еще когда-либо. Альфис, я хочу помочь тебе стать счастливой с тем, какая ты есть. И я знаю, что тренировка сделает свое дело. Андайн, ты... Ты собираешься тренировать меня? Что? Я? Не, я заставлю папируса сделать это. Вот какая прелесть. Пора потрясти костями. Пора пробежать 100 кругов, крича, какие мы великолепные. Готово? Я уже включила таймер. Андайн, я выложусь по полной. О боже, она же шутила, верно? Эти мультфильмы, эти комиксы... Они же все еще правдивые, верно? Аниме не врет, верно? Аниме неправдиво.
В аниме все врут. Аниме правдиво. Бедные анимушники. Вот еще один анимушник повержен. Как неправдиво. Нет! Я чувствую, как мое сердце рассыпается на кусочки. Нет, я переживу это. Я должна быть сильной для Альфис. Спасибо, человек, что рассказал мне правду. Я приложу все усилия для жизни в этом мире. Увидимся. И где это я? Это на мусорке свиданка? Сейчас бы считать, что аниме правдивое. Да аниме не врет. Звонок. Приветик! А разве это не мой дорогой друг, который верит мне? Это Папирус, твой обоюдный друг. Альфис и я рано закончили тренироваться. Очень рано. Так что я отправил ее домой. Очень домой. И теперь... Я чувствую себя полным сил без особой причины. Ты должен сходить туда, в ее лабораторию, дом. У меня хорошие предчувствия насчет этого. До встречи. Щелчок. Че, идем? Так, тут паромщик, да? Паромщик, тра-ла-ла. Поплыть на лодке, да? Куда мы сегодня? Жаркоземье. Когда мы отчаливаем? Чек-яд. Чек-яд? Чек-яд? Снова? В смысле? В смысле чек-яд? В смысле... The last one on this month, the best of all time. Ребята, я чекнул яд. От Selenium Solo залетела еще десяточка. Последняя в этом месяце. Последняя в этом месяце, и Selenium Solo берет исторически первый топовый донат, который из шести же получается? Шестизначной цифры. Исторический топ-дон от одного человека. Просто... Шесть цифр, это первый раз за месяц столько от одного человека. Шесть, мать его, цифр. Это, ребята, это тысяча соточек. Это тысяча соточек. Selenium Solo, спасибо тебе большое, братан, за поддержку. Офигеть. Люди не живут столько, чтобы так зарабатывать. За месяц... Декабрь начался неплохо. Спасибо тебе большое. Тш! И обнимашки. А, хорош, просто хорош. Просто жесть. Просто Аурелион. Он задонатил 100к за 3 дня, в месяце 30 дней, сколько он задонатил. Я думаю, что ему надо расслабиться, потому что больше не надо. Надо, потому что это вообще уже... Это...
Это выше, 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 чем я мог себе вообще представить. Я когда начинал 3 года, я не мог себе представить, что у меня будет человек, который так меня поддержит. Просто не мог себе даже представить. Спасибо тебе большое, Соленем, это реально очень круто, охренеть. Вообще, вообще не шутки. Просто вообще не шутки. Еще чуть-чуть и станешь его рабом. Ну, все, марафон мы ему уже точно должны. На экране редкий секрет сейчас. Типа альтабаешься, если в этом моменте все время будет плыть чувак. Так, пришли к Альфис. Так. Так. Это что у нас? Где он у нас Альфис вообще сидит? Ой, что такое? Похоже, что Метатон на ремонте. О, ледяной куб. Ice Cube. Невероятное изобретение. Когда ее используют, кровать складывается в очень легко рисуемый куб. Ха-ха-ха-ха, классно. Фраза лодочника, проговорящего руками, редкая. Так там записка. Это записка от Альфис. Прочесть ее? Прочесть. Сложно разобрать почерк, но вы стараетесь изо всех сил. Эй, спасибо за помощь. Ребята, вы, ваша поддержка, правда, значит для меня многое. Но, как бы ни было тяжело говорить это, вы, ребята, не сможете в одиночку волшебным образом решить мои проблемы. Я хочу быть лучше. Я больше не хочу бояться. Чтобы это произошло, я должна уметь встречаться со своими ошибками лицом к лицу. Я начну разбираться с этим сейчас же. Я хочу быть честной. Это только моя проблема. Но если вы никогда больше обо мне не услышите, если вы хотите узнать правду, войдите в дверь к северу от этой записки. Вы все должны знать о том, что я совершила. Это все, что она написала. Такая признательная записка. Будем ее искать. Внимание, внимание! Лифт теряет мощность. Электромагнитная связь дестабилизирована. Высота падает. Че это мы в ад упали? Готов хилочки. Запись номер 1. Пришло время. Время сделать то, о чем король просил меня. Я создам силу, чтобы освободить нас всех. Я выпущу силу души. Запись номер 2. Барьер закрыт с помощью силы души. К несчастью, эта сила не может быть воссоздана искусственно. Сила душ может быть получена только от тех, кто когда-то жил. Поэтому, чтобы получить больше силы душ, нам придется использовать что есть. Души монстров. Запись номер 3. Но для извлечения души из живого монстра потребовалась бы невероятная мощь. Это непрактично, к тому же извлечение души подобным образом уничтожает носителя. И в отличие от устойчивых душ людей, души большинства монстров исчезают сразу, после смерти. Если бы только я могла заставить душу монстра остаться. Запись номер 5. Я сделала это. Используя чертежи, я извлекла это из человеческих душ. Я верю, что это то, что дает их душам силу существовать после смерти владельца. Воля к жизни, намерение изменять судьбу. Назовем это решимостью. Так, купить чипсы за 25 момент монет. Не надо, наверное, пока. Генераторная. Здесь записка на полу. Вы не можете все разобрать. Лифт, потеря энергии, вход через центральную дверь. Это все, что вы можете прочесть.
Так. Запись номер 6. Асгур попросил всех искать монстров, падших вне города. Их тела прибудут сегодня. Пока они еще в коме, но скоро все они обратятся в прах. Но что произойдет, если я веду им решимость? Если их души сохранятся после смерти, тогда свобода может оказаться ближе, чем мы думали. Запись номер 9. Дела идут не очень хорошо. Ни одно из тел не обратилось в прах, так что я не смогу получить души. Я сказала семьям, что верну им прах для их похорон. Народ начинает спрашивать меня, что происходит. Что же мне делать? Подождите, я ничего не пропустил там? Вроде как нет. Вроде ничего не пропустил. Так, здесь записка на полу. Вы не можете все разобрать. Раковина уронила туда. Это все, что вы можете прочесть. Что-то вроде в нем слот красного цвета в центре. Уронила в раковину. Вы включили воду. Приближается. Эй. Цените, информация недоступна. Но никто не пришел. Пощадить. Кажется, они не щадятся пока. Но никто не пришел. Вы достали свой телефон и слышите голоса одиноко. Давай присоединяйся к теле к веселью. Пахнет батарейками. Гуску объединиться. Тогда держись. Тогда присоединяйся к веселью. Сейчас я буду объединяться к ним. Но никто не пришел. Сгусток памяти Б объединиться. Ты скоро будешь с нами. Вау, там уже вне этой штуки. Так. Воу. Казаться. Что за стыд? Что за стыд? Кажется, ему уже все равно. Вы победители, вы получили 0 ОП и 0 маны. Так, красный переключатель в раковине. Так, пойду-ка я... Ладно, хрен с ним, пусть пока так. Щелк, красный ключ идеально вошел в слот. Красный переключатель был включен. А, все, был включен. Угу. Так, что здесь, записка не изменилась? Запись номер 9. Дела идут не очень хорошо, ни одно из тел не обратилось в прах, так что, ну да, это мы видели. Так, желтый купил чипсы за 25 монет. Выдал немного чипсов. А сколько у меня вещи? Картошковые чипсы. Картошковые чипсы, это восхитительно. Подожди, стоп, не сохранился что-то. Как турнир, выиграл или выиграл?
Слил, ребят, слил турнир. Аллат был хорош. Запись номер 12. Подожди, а где 10-я и 11-я записи? Ничего не происходит. Я не знаю, что делать. Я лишь продолжаю вводить всем решимость. Я хочу, чтобы это сработало. Запись номер 13. Одно из тел открыло глаза. Пустая миска из-под собачьей еды. Запись номер 14. Каждый, кто был в коме, пришел в себя. Они слоняются вокруг и разговаривают, будто ничего и не произошло. Я думал, они никогда не очнутся. Запись номер 15. Похоже на то, что это исследование зашло в тупик. Но с другой стороны, все закончилось неплохо. Я отправила души и сосуд обратно Асгору и позволила всем семьям и позвонила всем семьям и рассказала, что все живы. Завтра я отправлю всех назад. Улыбочка. Запись номер 16. Нет! Что-то пошло не так, ребят. Я как-то долго иду. В ванне лежит зеленый ключ. Вы взяли его и нацепили на ваш брелок. Угу. Столько саспенса. Запись номер 11. Теперь, когда Метатон большая шишка, он больше не разговаривает со мной. Лишь изредка интересуется, когда я закончу его тело. Заметьте, это запись 10-11. Но я боюсь, что если я закончу, я больше не понадоблюсь ему. Тогда мы больше никогда не будем друзьями. Не говоря уже о том, что каждый раз, когда я пытаюсь над ним работать, я сильно потею. На стене есть переключатель. Нажать? Конечно. Смотрите, главное, просто не смотрите. Это амальгамы. Действие амальгам. Оценить, подозвать, игнорировать. О, прикольно, у них типа... Играть. Амальгама недостаточно впечатлена, чтобы играть. Сейчас будет какая-нибудь жесть. О, ты, Господи Иисусе. Амальгама сосредоточена на вас. Оценить, подозвать, игнорировать, погладить. Амальгама, что вы погладите? Вы гладите воздух. Угу. Пахнет как куча собак амальгам. Подозвать. Вы подзываете амальгаму. Она несется к вам, истекая странной жидкостью из отверстия. Ой, по 5 урона. Ой, господи, по 5 урона получает. Амальгама стоит вблизи, ожидая ласки. Действие амальгам. Погладить. Гладить амальгам, она бурно бьется в конвульсиях. Затем успокаивается. Мгновение она спокойно устраивается на ваших коленях. Хрррр. Внезапно она пулей убегает и дико скарабкивается на стены. Амальгама бьет стену своими когтями. Играть. Вы кидаете свое оружие в угол комнаты. Амальгама приносит его обратно вам с гордостью. Вы повторяете процесс несколько раз. Теперь амальгама очень устала. Она опирается на вас своим потным бесформенным телом. Скорее всего, уже можно пощаду жать. Игнорировать, вы пытаетесь отвести взгляд, но она везде, куда бы вы ни посмотрели.
Амальгама ласково извивается. Погладить еще раз, может быть? Вы гладите, амальгама начинает производить пену первой стадии счастья. Амальгама. Пена первой стадии счастья. Конвульсии амальгамы усиливаются. Еще погладить. Вы гладите решительнее. Амальгама выглядит довольной от всего происходящего. Эндоген доволен. Вы победителю получили 0 по НРМ. Так. Так, это кровать. Здесь что-то под простынями. Проверь, что это? Да. Это желтый ключ, вы нацепили его наш брелок. Желтый ключ есть теперь. Это кровать. Это кровать. Это похоже на удобную кровать. Прилечь? Нет. Пока не надо, это кровать. Кровать. Это кровать, если в тупик зайдем, приляжем. Прошу прощения, друзья. Ой. Ой. Так, сейчас. Это какая? Запись номер 7. Когда придет время, нам понадобится сосуд, чтобы поместить туда души монстров. Так или иначе, монстры не могут поглощать души других монстров. Как человек не может поглотить душу другого человека. Так что, как насчет того, кто не является ни монстром, ни человеком? Запись номер 10. Эксперименты с сосудом провалились. Результаты экспериментов не отличаются от контрольных результатов. Ну и ладно, работать с ними одна морока. Семена просто цепляются к тебе и с трудом снимаются. Какой... Еще одна амальгама. Прикольно. Оценить задачи, напевать, дразник. Чистить, молиться. Вы напеваете знакомую мелодию, но никто не слышит вас. Какая жесть вообще. Сейчас он их выплеснет. Действие. Оценить. Понятно. Боль вообще. Так, у меня такое ощущение, что действие. Молиться. Вы склонились и молите о пощаде. Вспоминает о совести. Господи, вот это депрессивное говнишко. Чистить, дразнить. Вы дразните. Кажется, работает. Какая же это жесть вообще. Так, 5 урона. Чистить. Вы помыли руки, ничего не произошло. Так. Но уже вспомнил своей совести. Чё за жуть вообще? О, господи, еще интенсивнее. Боль. Озадачить. Вы сделали что-то загадочное. Птица жнец, кажется, вспоминает что-то. Неужели до кого-то дошло? Мужество, ква-ква. Получил как. Птица жнец выглядит умиротворенно. Фу, господи, Иисусе. Так, здесь записка на полу. Вы не можете все разобрать. Холодно. Это все, что вы можете прочесть.
синего цвета в центре. У меня зеленый есть. У меня есть зеленый. У меня есть зеленый и желтый. Пойду-ка я посплю. Кажется, он похож на несколько монстров в одном. Есть такое. Прилечь. Подожди. Окей. Будем вставать раньше. Сначала, конечно, озорные умы подумают, что это появляется что-то, у чего в районе пояса продолговатый предмет увеличивается, пока я сплю. Не подумайте. Ребят, это все не так ужасно, как могло показаться. И ловим его, гада. Собака. Его можно словать? Хапа, у тебя нет в планах времени, знаешь, что будет, если смешать желтый и синий? Зеленый вроде как. Так, я не понял, что ты умничаешь? Вещи. Вещи. Ты меня бесируешь. Так мне надо синий, да? Ты меня что-то бесируешь, Готсрейдж. У меня желтый и зеленый. Я не могу сделать синий. Это что-то вроде. Подожди, это что-то вроде переключателя. В нем слот синего цвета в центре. Не-не-не. Мне нужно... Зачем тебе салат Собчак? Так, там мы все видели. Вот стролит. Вот от меня что-то хочет, я не знаю, он зеркалыга. Пойду посмотрю, там, может быть, можно направо сходить. Сейчас поглядим. Там, где вентиляторы. Что-то сейчас за срань такая. Включитель ничего не делает. Бесячая хрень. Не, ничего здесь нету. Так, может быть дальше? А, во, хорош. Вот оно. Отлично. Пахнет как сладкий лимон. Действие, лимонный хлеб. Кричать, позвать, напевать, напрячься, плакать. Напевать. Вы напеваете знакомую мелодию. Тело лимонного хлеба дрожит. Добро пожаловать в мой личный ад. Окей. Быстро. Ты будешь в порядке, Хапа. Сохраняй решимость. Почему он меня так убил? Почему я начал с такого маленького количества здоровья? Не понял нифига, почему так, чего он мне сразу так,
Почему у меня 15 хп до сих пор? Или он за один ход меня десятку снес? Ну-ка иди сюда, говнючок. Не, ну вы видели? Действие лимонный хлеб, напрячься, напевать, разобнять, позвать. Вызовите на помощь. Никто не пришел. Да, блинский, я... Пахнет как сладкий лимон. Если лимонный хлеб, кричать. Вы кричите, но никто не пришел. Однако никто не пришел. Это полная фигня, пахнет как сладкий лимон. Разобнять. Вы оставляете лимонный хлеб в покое, его зубы дрожат. Ты думаешь, я милый? Ну ладно, мы, в принципе, плакать. Вы рыдаете это как только могли, но никто не пришел. Останься здесь со мной. Надо было встать. Надо было сразу встать, господи, боже мой, там же звук появляется новый. Сохраняй решимость. Да я не собираюсь выходить, чего ты ко мне пристал? Неприятная неприятность, соус из неприятности. Какой мерзкий. Привет, ты играл с Аладом, вроде на ГГ не показывали. Ну, не знаю, что там, кто там показывал, так организатором турнира. Да, я играл, 3-0 в слив. Так, действие. Надо забнять. Да, блинский, как жестко. Много урона вообще, пипец. Выставляйте лимоны. Останься здесь со мной. Так, что здесь будет сейчас? Зубки? Тяжелая хрень-то на самом деле. Пахнет как сладкий лимон. Напрячься. Вы напряглись, но мышца лимонного хлеба трясется. Думаешь, я милый? Не понимаю. Да вот это как бы успей, не хочу. Лол, вообще вещи. Крутыш чипс. Крутыш чипс. Здравствуйте, за. Угу. Действие. Напевать. Вы напеваете знакомую мелодию. Лимонный хлеб, кажется, что-то вспомнил. Я чувствовал это раньше. Ну, это полный пипец. Здесь вообще никак не успеть. Это может быть прощением пощадить. Жуть вообще. Напрягайся сильнее. Они состоят из нескольких, тебе нужно затриггерить все действия этих монстров. Жуть, жуть не встать. Машина для извлечения РЭШ, статус выключена. Запись номер 19. Семьи продолжают звонить мне и спрашивать, когда все вернутся домой. Что же я должна им сказать? Теперь я даже не отвечаю на телефонные звонки. Это холодильник, он пустой. Это холодильник, похоже, он содержит какие-то образцы. Запись номер 20. Сгор оставил мне сегодня 5 сообщений. 4 о том, что все начинают злиться. Одно об этой малой чайной чашке, милой чайной чашке, которую находит похожей на меня. Спасибо, Асгор. Это холодильник, он пустой. Как же он пустой, то есть его трясет. Запись номер 21. Теперь я провожу все свое время на мусорной свалке. Это моя стихия. Понятно. Так холодно. Амальгам.
оценить. Амальгама, атака 12 тысяч, это 5 выглядит растерянный. Снежно. Так холодно, амальгам. Посмеяться, смеетесь. Продолжайте смеяться так весело, что не перестать. Слезы стекают по вашему лицу. Что? Вы не делали этого? Господи, депрессивная хрень. Так холодно, амальгам. Перебить. Пошутить. Вы сморозили каламбур про снег. Она начинает оживать. Хах, я вспомнила. Так холодно. Перебить. Вы сказали что-то типа: ты выглядишь ужасно, зачем ты вообще родился? Жесть. Что? Вы не говорили этого? Да, это... Но это не смешно. Просто жесть какая-то. Сморзил карамбул. Просто снег, так холодно. Как бы пошутить. Она продолжает оживать. Ха-ха-ха, спасибо. Пахнет соленой грязью. Пахнет соленой грязью. Вы сморозили каламбур про снег. Она наконец успокоилась. Вы победили, получили... Понятно. О, синий ключ. Вы нашли синий ключ на полу? Нацепили на брелок. Все, так все, у меня есть все. Завеса. Это все, что вы можете прочесть. Так, зеленый есть щелк. Зеленый ключ идеально вошел в слот. Так, подождите, стоп. Да, здесь желтая штука. Щелк. Здесь куча кассет, в основном какие-то мультфильмы. Аниме, что ли? Здесь отстоит твои часть полиции, несколько магазин, не похоже. В особом порядке. Хотите посмотреть одну? Да, давайте кассета один. Аниме сейчас будет, пс. Гарри, дорогая. И почему у тебя в руках камера? Тише, я хочу знать твою реакцию. Гарри, милый, а какой мой любимый овощ? Морковка. Верно? Нет. Мой любимый овощ это... Мамордика, что? Доходит? Возвращайся в кровать, милая. Нет, не сейчас. Хи-хи-хи. Так вот, если бы я была собакой, какой бы я была породы? Без понятия, милая. Какой бы собакой ты была? Сейчас что-нибудь с мамой связано. Я была бы... Мамеранцем. Ты и правда в восторге от ребенка. Знаешь, если ты продолжишь так шутить, однажды ты можешь стать знаменитым мамедиантом. Что ж, я спать. И хватит, Тори, это же смешно. Ха-ха-ха, я знаю, просто дразню. Покойной ночи, дорогой. Покойной ночи, моя сладкая. Это, видимо, из какие-то отрывки, из какого-то... Ой, наверное, слишком темно, чтобы на записи было что-то видно. Так, ладно, давайте дальше посмотрим. Кассета 2. Хорошо, Хапа, ты готов? Сделай страшное лицо. Хи-хи. Ой, постой. Я не снял крышку объектива. Что? Ты не сделаешь его еще раз? Да ладно тебе. Прекрати так шутить. Ха-ха. Интересная хрень. Приветик, Хапа. Улыбнись в камеру. Ха, я подловил тебя. Я не снял крышку объектива. Специально. Теперь ты улыбаешься без причины. Хе-хе-хе. Что? О, да, я помню. Когда мы пытались сделать ирисковый пирог для папы. Да? Что? В рецепте было написано, что надо добавить желтки, но мы случайно добавили желтушник. Ага, из этих цветов он чувствовал себя очень плохо. Мне было стыдно, мы сильно расстроили маму.
Может, мне тоже следовало посмеяться над этим, как это сделал ты? Кстати, куда ты это несешь? А? Выключить камеру? Ладно. Интересная кинешка. Я? Мне не нравится эта идея, Хапа. Что? Нет, я не... Взрослые детки не плачут. Да, ты прав. Нет, я никогда не усомнюсь в тебе, Хапа. Никогда. А? Ага. Мы будем сильными. Мы всех освободим. Я пойду и достану цветы. Чё-то это какая-то борода. Хапа, ты слышишь меня? Мы хотим, чтобы ты проснулся. Хапа, тебе нужно оставаться решительным. Ты не можешь сдаться. Ты будущее людей и монстров. Пст, Хапа, пожалуйста, проснись. Мне больше не нравится этот план. Я говорил, что никогда не усомнюсь в тебе. 6, верно? Нам всего лишь нужно достать 6. И мы сделаем это вместе, ведь так? Короче, понятно, все жизнь жопа, я из этой штуки. Я исследовал людей, чтобы найти любую информацию об их душах. В какой-то момент рядом с замком я нашла эти странные кассеты, но вряд ли Асгор смотрел их. И я не думаю, что ему стоило... Радио, подожди. Так, подожди, стой. Ладно, все правильно, я два поставил, один там. Здесь сейчас включить синий, который мы нашли. И идти к двери. Знаешь, что будет, если это желтый и синий? Получится прохладный Лут Рейдж. Щелк. Так, хорошо. Давайте сохранимся на всякий пожарный. Хотя там перед дверью сейф. Тральден? Нет, Тральден мы не видели. Так. Это чё? Кажется, выключено. Кажется, выключено. Ека. Похоже на пульт управления питанием лифта. Включить. Вон, давай. Только там, походу, сердце придется свое отдать. Эй, остановитесь. Я принесла вам немного... Как мы там? Я принесла вам немного еды, хорошо? Извини за это. Они становятся нахальными, если вовремя не поедят. Я думаю, они учили тебя картофельные чипсы. В любом случае. Питание отключилось, и я собиралась включить его обратно. Но похоже, что ты был на шаг впереди меня. Это, наверное, причинило тебе неудобство. Но я ценю, что ты пришел сюда, чтобы помочь мне. Как я и говорила, я боялась, что могу не вернуться. Так что у нас там? 19:45? Ух. Но не из-за этих парней или еще кого. Я боялась, что буду слишком напугана. Честно говоря, что могу убежать или повести себя как трусиха. Я полагаю, я задолжала тебе объяснение. Как уже, наверное, знаешь, Асгор попросил меня изучить природу душ. В моих исследованиях я выделила силу с названием «Решимость». Я ввела ее в умирающих монстров, чтобы их души остались после смерти. Но эксперимент провалился. Видишь ли, в отличие от людей, тела монстров не имеют достаточно физической материи, чтобы взять эту концентрацию решимости. Их тела начали таять и терять все физическое, что имели. Очень скоро все из подобных субъектов слились воедино в тех,
Увидев их такими, я знала, что не смогу рассказать их семьям об этом. Никому не смогу рассказать об этом. Кто бы и сколько бы ни просил. И я очень боялась продолжать работу, осознавая, что бы я ни делала, обращалась ужасающим провалом. Но сейчас я изменила свое мнение насчет всего этого. Я собираюсь рассказать каждому о том, что я сделала. Это будет тяжело. Быть честной, верить в себя. Я знаю, что еще придет время моих страданий. И я уверена, что снова облажаюсь и не раз. Но зная, что у меня есть друзья, на которых можно положиться, я знаю, что мне будет намного легче постоять за себя. Спасибо тебе. Пошли, ребята. Настало время каждому пойти домой. Питание было включено. Ну и чего? Запись номер 8. Я выбрала кандидата, пока я не говорила о Сгору, потому что я хотела удивить его. В самом центре его сада есть кое-что особое. Самый первый золотой цветок, который вырос перед остальными. Цветок из внешнего мира. Он появился перед уходом королевы. Я подумала, что случится, если у чего-то без души появится желание жить. Запись номер 18. Цветок пропал. Звонок. Это голос, который вы никогда до этого не слышали. Хапа. Ты тут? Прошло немало времени, не так ли? Но ты неплохо справился. Благодаря тебе все встало на свои места. Хапа. Скоро увидимся. Отлично. И вправду... Ну вот, заперто. Заперто. Подожди, может быть, мне не надо на своих двоих туда пердолить? Может быть, как Сгору? Ты помнишь, что, ну, Флауи? Или не Флауи? Много всякой фигни. Да, пойду-ка я, короче, до лифта лучше. Мне кажется, что мне не надо здесь все это. Все это оббегать, мне проще сразу к Сгору. Так-то. Лифт не работает. Угу. То-то мы добрались. Так, хорошо. Сохранение будет в тронном зале. Где все сохранялки? Я один их не вижу. О, вот. Фух, слава богу. Привет. О, уже вернулся? Ну ты как? Готов? Готов. Давай. Ясно. Значит, время пришло. Готов? Похоже, ваше путешествие наконец окончено.
Вы переполнены решимостью. Человек. Было приятно познакомиться. Да мы же знаем, мы же уже выиграли. О. О. Что за жалкое создание мучает такое бедное невинное дитя? Не бойся, дитя мое. Это я, Тори. Твой друг и защитник. Сначала я думала, что смогу отправить тебя в это путешествие одного, но я не могла перестать беспокоиться о тебе. Твое путешествие, наверное, было очень непростым. И в конце концов, тебе бы пришлось принять ужасное решение. Чтобы покинуть это место, тебе бы пришлось забрать чью-то жизнь. Тебе бы пришлось убить Асгора. Однако, я осознала, я не могу позволить этому случиться. Неправильно жертвовать кем-либо, чтобы просто покинуть подземелье. Не это ли я пыталась предотвратить все это время? Так что, давай просто остановим эту битву, каким бы ужасным Асгор не был. Он тоже заслуживает милосердия. Тори, ты вернулась? Не называй меня Тори, Дримур. Ты жалок. Если бы ты действительно хотел освободить нас всех, ты бы мог пройти через барьер, когда у тебя была уже одна душа. Забрал бы 6 душ у людей, потом бы вернулся и освободил бы всех мирно. Но вместо этого ты заставил всех жить в отчаянии. Ты предпочел смиренно ждать и надеяться, что ни один человек больше не появится. Тори, ты права. Я жалкое существо. Но мы ведь сможем быть хотя бы друзьями. Сможем быть хотя бы друзьями? Нет, Асгор. Асгор! Человек! Никто ни с кем не будет драться! Все подружатся друг с другом, а иначе я... Я... Привет, я Ториэль. Так ты друг человека? Приятно познакомиться. А? Да. Приятно познакомиться. Эй, Асгор, это твоя бывшая? Черт возьми, держись, дружище. Эй, не деритесь. О, так ты еще один друг? Я Ториэль. Привет. Привет. И твой? Эй. Не, это как Морти. Морти плачешь. Эй, не деритесь друг с другом. Если кто-то будет драться, тогда мне придется попросить Андайна помощи. Привет. О, приветствую, ваше высочество. Эй, человек, Асгор что, побрился и клонировал себя? Эй, ребят, как вы тут? Этот голос. Привет, мне кажется, мы знаем друг друга. О, да, я тоже узнаю ваш голос. Я Ториэль, очень приятно познакомиться. Я Санс. И да, взаимно. О, постой, тогда... Это должно быть твой брат, Папирус. Приветствую, Папирус. Приятно наконец познакомиться. Твой брат очень много рассказывал о тебе. Ваушки! Не могу поверить, что клон Асгора знает, кто я такой. Это лучший день в моей жизни. Эй, Папирус, чем скелет покрывает крышу дома? Снегозащитным шифером? Нет, глупенький. Скелет покрывает крышу... черепицей. Я изменил свое мнение. Это худший день в моей жизни. Эй, Асгор, все будет хорошо. В море еще полно рыбы. Да, Асгор. Андайн совершенно... Блин, да что ж такое-то? Андайн совершенно правильно сказала про рыбу. Иногда нужно просто прекратить добиваться пушистых главных монстров. И просто познакомиться с очень милой рыбой. Это метафора. Что ж, довольно хорошая аналогия. Господи, да поцелуйтесь вы уже или нет. Зрители хотят романтики. Эй, заткнись. Боже, как же этот чувак не кстати. Да, Альфис? Альфис? Нет, он прав. Давай сделаем это.
Что ж, наверное, если ты хочешь, не сдерживайся. Вот это губы. Подождите. Не перед человеком. Да, извините, кажется, меня немного понесло. Дитя, я думаю, что тебе придется остаться тут на какое-то время. Ну, посмотри на всех тех, с кем ты подружился. Мне кажется, что здесь ты будешь счастлив. Эй, я тут подумала. Папирус, это ты ведь позвал всех сюда? Ну, кроме, нее. В любом случае, если я добралась сюда впервые тебя, откуда ты знаешь, как связаться со всеми нами? Скажем, маленький цветок помог мне. Сука ты, папирус, твою мать. Говно, говно запорол катку. Ясно, понятно. Жмем Z. Маленький цветок. Вы идиоты! Пока вы, ребята, так мило здесь болтали, я забрал человеческие души. И теперь не только они под моей властью, но и души твоих друзей тоже скоро станут моими. А знаешь, что самое замечательное? Это все твоя вина. Это все потому, что ты заставил их полюбить тебя. Все то время, которое ты провел, выслушивая их, подбадривая их, заботясь о них. Если бы не ты, их бы сейчас здесь не было. И теперь при помощи их душ и душ людей я обрету свою настоящую форму. А? Зачем мне все это? Разве ты не понимаешь? Это ведь всего лишь игра. Если ты покинешь подземелье, ты пройдешь игру. Если ты выиграешь, ты больше не будешь со мной играть. И что тогда останется мне? Но игра между нами никогда не закончится. Победа будет совсем близко, прямо перед твоим носом. Но я буду вырывать ее из твоих рук в последний момент. Снова и снова и снова. Слушай! Если ты сразишь меня, я отдам тебе твою хорошую концовку. Я отпущу твоих друзей. Я разрушу барьер. Все, все наконец-то будут счастливы. Только этого не случится. Ты! Я удержу тебя здесь, чтобы... чего бы это ни стоило. Даже если мне придется убить тебя миллион раз. Просто меня домашит. Что? Не бойся, мое дитя. Не важно, что случится, мы всегда будем рядом, чтобы защитить тебя. Верно, Господи, я теперь не могу. Верно, человек, ты можешь победить. Просто делай то, что буду делать я. Верь в себя. Эй, человек, раз ты смог одолеть меня, ты сможешь что угодно. Так что не беспокойся, мы с тобой до конца. А? Ты его еще не победил? Давай, этот чудак тебя даже не поцарапает. Технически победить его невозможно. Но почему-то я знаю, что ты сумеешь. Человек, ради будущего людей и монстров, оставайся решительным. Мы с тобой, ля-ля-ля, давай, ты сможешь, это твой долг, ты сможешь. Вап. Нет, невероятно. Этого не должно было случиться. Вы...
Вы! Всех сметет. Я не могу поверить, что все вы настолько глупы. Все ваши души мои. Драма, драма, да. Так, 20.01. К сожалению, на момент, друзья, потому что мне пора заканчивать. Молодец, давай, поднимайся, я тут быстренько должен закончить. Давай, пока-пока. Так, наконец-то. Я так устал быть цветком. Приветик, Хапа. Ты здесь? Это я, твой лучший друг. Азриэль Дримур. Понятно, это их чудо-сын. Это конец. Если Азриэль оценить. Азриэль Дримус, атака бесконечная, защита без создана из всех душ подземелья. Это конец. Азриэль Дримур мечтает надеяться. Вы держитесь за свою надежду, вы снижаете урон, получаемый на этом ходу. Зрель заряжает шоковый прерыватель. Зрель Дримур мечтать. Вы думаете о том, почему вы здесь. Вы чувствуете, как пустота вашего инвентаря становится меньше и меньше. Это, судя по всему, я чем-то запомнил. Знаешь, меня больше не заботит уничтожение этого мира. У меня одно хп. Зрель вызывает саблю хаоса. Собачий салат, пирог. Вы съели рисковый пирог. Когда я поверну тебя и получу полный контроль над ходом времени, я хочу лишь перезапустить все. О, Господи Иисусе. Угу, понятно. Зрель заряжает шоковый прерыватель. Собачий салат, наверное. Да, собачий салат. Все, чего ты достиг. Воспоминания каждого. И я обращу их обратно в ноль. Зрели готовит звездопад. Надеется. Вы продолжаете надеяться, урон уменьшен. Тогда мы сможем повторить все с самого начала. Какая жесть, это на экране просто хаос какой-то. Обосрамский. Надеется. И знаешь, что самое лучшее во всем этом? Ты сделаешь это. Какая боль. О, нифига. Азриэль вызывает саблю хаоса. Если, кстати, сабля хаоса, Азриэль получит пончик. А затем ты проиграешь мне снова. Сабля хаоса. Блин, 8 урона. Надеется. Надеемся, ребят. Мечтать.
И снова. Да вот же шопота какая. Что? Но оно воссоединилось. Это конец. Ага, действие Азриэль Дримор надеется. Все понятно, надо снова. Подожди, я ничего не очень понял. Не очень понял, как... Азриэль вызывается с хаоса, надеется. Блин, Азриэль готовит ускоритель хаоса. Последняя мечта. Благодаря решимости мечта сбылась. О, прикольный, снова. Так, это звук. Да как же больно-то, а? Что за фигня? Там другое совершенно. Блин, это конец. Какая боль. По-моему, попал еще. Еще вот эти звездочки. Азриэль готовит ускоритель хаоса. Азриэль Дримор надеется. Ну и жопеня. Вот это что за фигня? Почему он по мне попадает? Килку засумонил. Так это что? Вот это так. Ну вот как так много так можно попадать? Это же просто боль какая-то. Убивает меня этот Азриэль Дримор. Так, все. Хорошо. Так. Так. Он еще на меня жмет. О, шикарно. Приготовиться, надеяться. Хорошо, сейчас будет молния. Так, так, так. Так, так. Хорошо. Вещи, последняя мечта. Потому что ты хочешь. Потому что ты хочешь счастливый конец. Так, звезды сейчас будут. О боже. Господи. О боже, как сколько хаоса, у меня депрессия сейчас разобьется. Так, Азриэль кастует тесак хаоса. Даже не знаю, что такое, но я буду надеяться. Потому что ты любишь. Потому что ты любишь своих друзей. Тесак хаоса. Это уже совсем другое уже пошло. Ой, как больно. О, отлично, вещи. Вещи, последняя мечта. Потому что ты никогда не сдаешься. Но тут еще и звездочки. Последняя мечта. Мечта сбылась, восстановление 17 ОЗ. Так, разве это не восхитительно? Твоя решимость, сила, что позволила тебе зайти так далеко, она станет твоей гибелью. Понятно. Так, хорошо, избежали. Азриэль готовит стиратель. Так. А теперь хватит дурачиться. Пришло время очистить эту временную линию раз и навсегда. О боже. Явное дерьмо. Даже после атаки ты все еще стоишь у меня на пути? Вау. Ты действительно особенный. Но не зазнавайся. До сих пор я использовал лишь часть моей настоящей силы.
Посмотрим, как хорошо твоя решимость справится с этим. Это что за фигня? Азриэль преграждает дорогу. Азриэль преграждает дорогу. Действие Азриэль — бороться. Тело не движется. Уа-ха-ха, узри мою настоящую силу. Сейчас будет жать меня. Чар стрелы! Чар стрелы! Полная жопа. Наступает конец света. Так. Я почему не могу выбрать-то другое? С. С, Х. Я не могу другое, наступает Азриэль — бороться. Тело не движется. Я чувствую, как... С каждой смертью твоя связь с этим миром ослабевает. С каждой смертью твои друзья забывают о тебе все больше. Твоя жизнь закончится здесь, в мире, где никто тебя не помнит. Ну вот, еще и попал своими чар-стрелами странными. Так. О, хорошо. Потому что тело не движется. Такой настрой хорошо послужит тебе в твоей следующей жизни. Ой, как много урона. Ой, как много тратата дэмэджа. Наступает конец света. Тело не движется. О-ха-ха-ха-ха. Еще жив? Давай, покажи, как хороша твоя решимость теперь. Я сейчас покажу. Какой же я нубас, сука! Не могу в эти игры играть. Они слишком сложные для меня. Не пошевелиться, ничего не произошло. Вы боретесь, ничего не произошло. Вы пытаетесь добраться до сохранения, ничего не произошло. Вы снова пытаетесь добраться до сохранения, ничего не произошло. Похоже, сохранить игру действительно невозможно. Но, может, с той малой силой, что есть у вас, вы можете сохранить что-то другое? Сохранить... Ондайн, Папирус, Ториэль, Альфис, Санс. Ториэль, вы воззвали в душе Азриэля и окликнули своих друзей. Они где-то внутри. Ведь так? В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянные души появились. Потерянная душа. А зачем мне их? Мимо. Это ради твоего блага, прости меня за это. Это что-то за фигулина на рагулине какая-то. Действие потерянной души, пощада, пощадить. Действие потерянной душа, пощадить. Вы отказываетесь сражаться с потерянной душой. Что-то из этого так знакомо ей. Никто не уйдет снова, это мой долг. Что-то я ничего не понимаю, ну ладно. Действие потерянной души. Предпочесть. Обнять. Вы обняли потерянную душу и говорите, что собираетесь увидеть ее снова. Что-то из этого так знакомо ей. Где стоит потерянная душа? Что значит предпочесть? Вы сказали потерянной душе, что хотите и риски взамен корицы. Как-то едва-едва она вспоминает, что слышала это раньше. Действие. Говорить. Вы сказали потерянной душе, что вы должны идти, чтобы освободить всех. Возможно, ее воспоминания возвращаются, видя, что она вспомнила вас. Мужская потерянная душа тоже пытается вспомнить. Твоя судьба зависит только от тебя. Ты наше будущее. Так, я поборол две. Вы чувствуете слабые колебания внутри Азриэля. Азриэль. Мимо. Ну ладно. Как больно, вещи. Последнюю мечту жрем. Так, как же я в первый раз хорошо увернулся, и теперь до сих пор не могу это делать. Блин, 2 хп, я покилился, и у меня следующий... Так, как сделать красиво? О, хорошо. Сохранить. Спасена, спасен. Так, Ондайн, Альф... Ондайн, в глубине души Азриэля что-то отозвалось. Так, потерянная душа появилась. Действие, потерянная душа. Ударить, улыбнуться, рецепт, поссориться.
ударить, улыбнуться. Вы широко улыбаетесь душе. Что, как вы помните, она любит делать. Почему-то ей немного хочется улыбнуться в ответ. Все людишки должны сдохнуть. А зеленое сердце, я забыл, что оно. А, все, вспомнил. Сердце, которое не двигается, надо. Здесь стоит потерянная душа. Потерянная душа. Ударит. Рецепт. Вы попросили потерянную душу научить вас готовить. Она не знает почему, но ей хочется научить вас. Ты настоящий враг. Так, здесь стоит потерянная душа. Потерянная душа. Пос ударить. Вы слегка ударили душу. Что-то в вашей атаке все возвращается. Что ж, думаю, некоторые люди ничего такие. Вы чувствуете, как Ариэль колеблется. Азриэль колеблется. Санс Альфис. Давай, Сальфис. В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянная душа появилась. Скажем ей, что мы любим душе. Воодушевить, умничать, звонок викторина. Воодушевить. Вы говорите душе, что продолжаете поддерживать ее. Что-то в ваших словах кажется ей знакомым. Ты ненавидишь меня, да? Я забыл, кстати, желтое это... А, это надо уничтожать. Так, все, вспомнил. Здесь доджем, а здесь доджем, а здесь стреляем начали. Действие, потерян действие, потерян душа. Умничать. Вы спрашиваете душу о ее любимом мультфильме. Она едва сдерживается, чтобы не выдать вам громадный ответ. Буду долгать и дальше. О, это не так, это надо вот так вот. Только здесь я фигню сделал, конечно. Здесь надо взрывать и уходить в сторону. Воодушевить, мучить. Звонок. Вы звоните душе по телефону. Она начинает потеть. Внезапно вся память возвращается. Нет, это не так. Я нравлюсь своим друзьям, а ты нравишься мне. Вы чувствуете сильные колебания? А зачем мне... Зачем мне атаковать его? Какие жуткие чар-стрелы. Ой, хорошо. Вот. А, вот сохранить. Санс Папируса. В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянные души появились. Потерянная душа. Шутка, рецепт, головоломка, оскорбление. Головоломка. Вы просите потерянную душу помочь головоломкой. Он хочет помочь вам, сам не знаю почему. Я должен поймать человека. Просто сдайся, как и я. Так, я забыл, как там прыгать. А, наверх, точно. Здесь надо не стоять. Ой, как больно. Потерян души, последняя собачья, последняя мечта кушаем. Так, стоять, вверх, стоять. Здесь стоит потерян души один. Рецепт. Головоломка, оскорбление. Шутка. Вы рассказали потерянной душе неудачную шутку про скелетов. Похоже, он ее ненавидит. Хотя другой душе, кажется, эта шутка нравится, это Сансу. Ты никогда не увидишь. Угу. Действие потерянная душа, рецепт. Вы просите потерянную душу что-нибудь приготовить. Душа старается не показывать свою радость. Затем... Так, здесь надо... У, как низко подпрыгаю. Как много я урона получаю на... Здесь стоят потерянные души. Действие потерянная душа. Оскорбление? Вы оскорбили душу. Внезапно их воспоминания возвращаются. Видя, как мало... Как мило вы вели себя с его братом, другая душа тоже вспоминает. Нет, стой, ты мой друг. Я бы никогда тебя не схватил. Не, я за тебя, малой. Вы чувствуете, как души ваших друзей бьются внутри Азриэля. Мимо. Блин, бьют ее сейчас стрелы. А. Ой, как больно, 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 больно. 3 хп. Так, сохранить кто-то еще, несмотря на то, что ваши друзья вас вспомнили. Что-то еще стало колебаться внутри души сильнее и сильнее. Кажется, там осталась еще одна душа, которую нужно спасти. Но чья она? Внезапно вы понимаете. Вы тянетесь и выкрикиваете его имя. А? Что ты делаешь? Так.
Да, собственно... Хапа бьет ребенка. Да, мелкого пацана. Вы чувствуете, как души ваших друзей бьются внутри Азриэля. Сохранить Азриэля Дримура. Что ты сделал? Что это за чувство? Что случилось со мной? Нет, нет, мне никто не нужен. Ой, сейчас мне жопа будет. Сохраним. Прекрати, отстань от меня. Ты меня слышишь? Я порву тебя на части. Так, ребята, у меня жопиня сейчас будет. Сейчас будет очень бубо. Сохраняем Азриэля Дримура, на пофиг. Хапа, ты знаешь, зачем я делаю это? Зачем я продолжаю драться, не давая тебе уйти? Я делаю это, потому что ты особенный, Хапа. Ты единственный, кто понимает меня. Ты единственный, с кем все еще весело играть. А, меня эти штуки оббегают теперь. Нет. Это не только поэтому. Я делаю это, потому что я забочусь о тебе, Хапа. Я забочусь о тебе сильнее, чем кто-либо еще. Видите, теперь мне не попасть даже сюда. А, они убегают от меня. Я не хочу, чтобы это кончалось. Я не хочу, чтобы ты уходил. Я не готов опять попрощаться с таким, как ты. Я даже суициднуться не могу, ну что за дела. Поэтому, прошу, перестань это делать. И просто дай мне победить! Прекрати! А у меня типа... Хапа. Мне так одиноко. Хапа. Мне так страшно. Хапа. Хапа. Я... Мне... Да ладно, братан, я с тобой. Мне так жаль. Я всегда был плаксой. Так ведь, Хапа? Я знаю. Ты на самом деле не Хапа, да? Хапа исчез давным-давно. Так как тебя зовут? Фриск? Это красивое имя. Фриск. Я не чувствовал себя так уже давно. Как цветок, я был лишен души. Я потерял возможность любить. Однако души каждого внутри меня вернули мне не только мое сострадание. Я также ощутил чувства других монстров. Они так сильно заботятся друг о друге. И они заботятся и о тебе тоже, Фриск. Жаль, я не могу описать, что все чувствуют к тебе. Папирус, Санс, Андайн, Альфис, Тариэль. Монстры странные. Несмотря на то, что они едва знакомы с тобой, похоже, они тебя действительно любят. Ха-ха. Фриск, я пойму, если ты не простишь меня. Я пойму твою ненависть ко мне. Я повел себя так равнодушно и ужасно. Я причинил тебе зло. Я причинил зло стольким людям. Друзьям, семье, случайным прохожим. Мне нет прощения за мои поступки. Простить, конечно, ребята. Что? Ну же, Фриск, Ты снова заставляешь меня плакать. Кроме того, даже если ты простишь меня, я не могу держать все эти души внутри меня. Наименьшее, что я могу сделать, это вернуть их. Но сначала есть кое-что, что я должен сделать. Прямо сейчас я чувствую, как сердца каждого бьются в унисон.
И все они горят одним и тем же желанием, с силами каждого, с их решимостью. Настало то время, когда монстры освободятся. Барьер был уничтожен. Куда ты дел хапу, ребят? Все, про это. Фриск, мне надо идти. Без силы душ каждого. Я не смогу поддерживать эту форму. Совсем скоро я превращусь обратно в цветок. Я перестану быть собой, я перестану чувствовать любовь. Так что, Фриск, лучше просто забудь обо мне, хорошо? Просто будь с теми людьми, которые будут любить тебя. Утешить его, не утешать. Утешить, конечно же. Я не хочу отпускать. Фриск, у тебя все получится, окей? Не важно, что ты будешь делать, все будут поддерживать тебя. Что ж, мое время подходит к концу. Прощай. Давай, братан, бруфист. И обнимашки, братан. Кстати, Фриск, позаботься о маме с папой ради меня, хорошо? Фриск, все это лишь дурной сон, пожалуйста. Проснись. Так. Фриск. Ох, ты проснулся. Слава богу. Мы так переживали. Кажется, будто это был в отключке вечность. Ага, еще немного, я бы сошла с ума. В следующий раз предупреждай, когда решишь прилечь. Окей? О, да. Ты заставил папируса реветь как ребенка. Что? Я не плакал. Я не плачу. Мне просто что-то в глаз попало. И что же это? Слезы! Тише, тише. Самое главное то, что с Фриском все в порядке. Вот, Фриск, не выпьешь ли немного чаю? Тебе станет намного легче. Может, сначала пусть придет в себя? Должно быть, он устал. Правда, не уверена, от чего. Фриск, мы не помним, что именно произошло. Здесь был цветок, а затем все стало белым. Но сейчас барьер исчез. Когда ты будешь готов, мы все вернемся на поверхность. Видимо, западная дверь теперь ведет туда. Но прежде, возможно, ты захочешь прогуляться. Ты можешь попрощаться с каждым из своих чудесных друзей. Делай, что пожелаешь, мы все будем ждать тебя здесь. Ребят, объективно, сколько там еще геймплея осталось? Я думаю, что на этой замечательной ноте, мы на сегодня заканчиваем, потому что мне, к сожалению, надо было полчаса назад уже ехать, уже быть в пути. Я и так опаздываю, как паскуда последняя. Поэтому мы будем отыгрывать с этого момента. Конец, иди направо. 10 минут еще минут 5. 2 минуты 30. Вот сейф есть. И на этом сейве мы закончим, а, наверное, финалочку я доиграю сам, доложу на YouTube. Просто пройди уже вправо. Если ты уйдешь сейчас, то пришли будет огонь, твои друзья проследуют за тобой к выходу из подземелья. Не уходить, я готов, все. Все, слава богу.
Так ты концовку сделай, там просто пройти. Сейчас еще анимешная музыка должна сыграть. Тер-та-ти-та-та. Тер-та-то-то-то-и-то. О боже. Лужанка и пробел. Господи. Разве это не прекрасно, народ? Ух ты, это даже лучше, чем по телеку. Намного лучше. Лучше, чем я могла представить. Фриск, ты живешь со всем этим? Солнечные лучи такие приятные, и воздух такой свежий. Я чувствую себя такой живой. Эй, Санс, что это за гигантский шар? Мы называем это солнце, дружище. Так это солнце, ваушки. Не могу проверить, что я наконец встретил солнце. Я мог бы стоять и любоваться этим часами. Да, оно красиво, не так ли? Но нам действительно стоит подумать о том, что делать дальше. А, конечно. Народ, это начало нового светлого будущего. Эра мира между людьми и монстрами. Фриск, я должен кое о чем тебя спросить. Ты будешь нашим послом у людей? Быть послом? Да? Нет? Буду, конечно. Да, Фриск будет лучшим послом. А я, великий Папирус, буду лучшим талисманом. Пойду, произведу хорошее первое впечатление. Что ж, кому-то нужно за ним приглядывать, чтобы он не попал в передрягу. Увидимся. Блин, мне что-то придется все делать самой? Папирус, постой! Эй, Андайн, меня подожди. Упс. Должен ли я что-то делать? Что ж, мне пора. Спасибо за прекрасный финал прекрасной игры. Спасибо тебе большое, МТЧЛ. Спасибо большое, братан, за поддержку. Кажется, все уже хотят отправляться. Фриск, ты пришел из этого мира, да? И у тебя, наверное, есть куда вернуться, или нет? Что ты теперь будешь делать? Я хочу остаться, мне есть куда вернуться. И давайте, конечно же, я хочу остаться с тобой. Что? Фриск? Ты на самом деле чудное дитя. Если бы ты сказал это раньше, ничего бы этого бы не произошло. Это замечательно, что тебе понадобилось время на решение. Тогда, я полагаю, если тебе действительно больше некуда идти, я сделаю все возможное, чтобы позаботиться о тебе, сколько потребуется. Хорошо? А теперь пойдем. Нас уже заждались. Так, смотри титры и комментируй, или я пошел издеваться быстро. Нет, в ролях. Жми. Нет, сказали не пропускать. А, не пропускать. Фрогит бай Тоби, Флаксилот бай Тоби, смелеет с каждым днем лягушка профессионал. Мини-жил в лозу. Иду одевать. Будешь мне пересказывать. Я не буду тебе ничего пересказывать. Все, ребята, смотрите титры, наслаждайтесь. Прощайтесь друг с другом. Плачьте и все такое. На машинке Папирус? Особое вдохновение Жен. Музыка в кадр зависит? Ну, ребят, смотрите. Ребята, хотите инсайдик? Где? Смотрите. Голая спинка! Ну ладно, было жестоко. Это, безусловно, бан-канал. Так, пес поменьше. Так. Так. Дайн дизайн Байтоби, Альфис дизайн Байтоби. Так.
DVD. Оставляй стрим включенным по да, я жестоко. Блин, вот если бы было, вот эта та штука с этим было, Нет. Типа технически. Технически, я думаю, можно спокойно такую программу, которая бы нажимала определенную кнопку. Хапа, у тебя два монитора, да? Конечно. А хапа поменьше или побольше? Плюс? Нет, хапа просто больше, конечно. Больше плюс меньше. Лёша плюс поменьше. Ладно. Сундаря, план. Ребята, ну, пора. Автокликер называется. Не так опоздали, короче. Да, иди зайца давайте. В смысле, я одет, я тоже одет, все. А ты куда собрался? На день рождения друга, ребят. Я опоздал безнадежно, на самом деле. Он меня... Меня и так убьют. Титрики вы, ребята, можете зачекировать на ютубе. 3 минуты еще. Я уже не останусь эти 3 минуты, оставлять трансляцию просто так тоже не могу. Надо бежать. Большое спасибо, дорогие друзья, что были со мной сегодня. Сегодня у нас была прям лютая, лютая штука с 12 часов утра. На сегодня все. До скорой встречи. Всем большое спасибо за то, что были, смотрели. Пека, пека, пека. Асгор Байтоби. Красивый капитан? Красивый.